Если вам известен данный логотип, то узнаете, что такое высокоточная стрельба. Хочу представить вам канал одного из лучших снайперов на Тушиной Squad Games. Канал Компота посвящен серьезным играм по Army 3, стрейкбольным играм в роли снайпера, а также он бывает стрим. За хорошим настроением переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на этого парня. Миссия Нюк. Мы играли за 75-й полк рейнджеров, которые должны были помогать афганской армии удерживать бункер с кодами доступа к ядерному оружию. Задачей нашего отделения было десантироваться на северо-западе и всеми силами удерживать данное направление. В смысле, дать кому-то бинокль? Да, мне дай, пожалуйста, пока ярче нет. Можешь идти перед ярче хвастаться. Скинул. У меня тоже нет бинокля. Поздно. Эй, все, трубы все, да? Да, я дал. Погрузимся, Викер, или нет? Да, грузимся. Только перец может приставать. Скорость 275, высота 400. Сейчас вас повернет, тогда делаю вираж. Как только он закончит маневр, чтобы она нахуй не унесло за это. У меня GPS, если что, нет. Значит, да? Плохо, тогда бери на восток. Морис пошел, Серков пошел, выровнял, пошел. Выровнял. Все, выходим. АВшники, раньше команды не прыгайте, поднимай выше, тут гора. Принял. Готовность. Высота 300. Скорость 200, пошли. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Ушел. Иду на второй круг. Ты пораньше откройся. Земля. 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 Избавиться от парашютов. Так, Кость, подхожу. На метку М2. Айдар, ты со мной. Да, я двигаю на север. По местам основной линии наверх. М2 ушел. М2 ушел, ловите. Мой второй. Сейчас кидаю. Бля, косон, на камни какие-то падают. О, скидывают технику. Угу. А где прошу? А, Джимми заберешь? Я им дам. Еще. А, ты тут уже ищешь, да? Я побежал ко второму туда. Да. Займешься, может, северной группой. Подкреп. Которая вдоль карты? Угу. Тут примерно с моей позиции, просто их можно прям шпили-вели делать. Но у меня обычная М-ка с округом, если чё. Ну да. Ну, у меня тоже. Не сместиться туда, к тебе ближе? Да. Понял, Олег. Я за бинокль смотрю на нашу сторону. Сейчас с востока подъедут РМ, не пугайся, к северу. Так, мужики, по высоте уже. Вижу, есть. Вижу. 260. Боже, мне сюда вместе заберёшь, да? Да. Конечно, смещайся, но там 200 метров, не обязательно сесть чётко мою эту метку, чё. Я начинаю работать, короче. Конечно. Задерживать. Там хилок съедет. Нас тут есть. Кроточек на горе. Айдарыч, СПГ. СПГ. Проверь, ко мне ушло. А я вижу ГС, по-моему. Да. Вижу, окажись. Вижу, 1050. Сейчас пробую убить. Смотри, пожалуйста, на... Да, я смотрю. Попробуй, Векер, но я не весь вижу тут деревья. Убил, стрелял, по-моему, на СПГ. Блядь. Она, короче,
съехал на северо-западный склон. Там еще пехи ходят. У кого контакт на западе? Не у тебя, Сапов? Близко, но не у меня прям. Я к тебе подхожу, с востока. Вижу, как кто-то лечится, Софи, наверное. А, это по Софи, походу, стреляли, кстати. По нам. По нам, да. У нас тут на западе Шейдан Софи, в принципе, в 20 метрах лежит раненая. Понял. На земле прям? Ну, она лечится, но по ней в упор стреляют. Векер, у нас уже прям в упор контакт. Метку примерно дал, да, вот так. Сейчас по ЗУшке попробую инфу дать. Так, УАЗик СПГ вижу. Да, у них там пикап был какой-то. Слышно. Софа, сможешь отойти оттуда? Нет, не смогу. Я хромаю, у меня аптечек же нету, я это лечилась. Мне сейчас зашли. Ага, и там двое, нифига их там! СПГ! Ебаю. Куда? Это 230. Где-то с метки моей синей, только чуть дальше западнее. Ну ладно. Там грены у меня. Софи? Софи, походу, все. Они действительно стреляют с этой высоты, куда я только что стрелял, да пиздец, я вижу их. Шайтана, что, ты видишь это место, где я сижу? Да, двое тебя пушат. Понял, грин откидываю. Меня давят еще. Хорошая грена, туда еще можешь одну грену, если можешь так же. Дал. Там отделение, отделение. Хера себе, увидел меня. Да, да мы светимся сильно, сразу спалили. Все, МК-19 закончилось? Нет, я его увезу сейчас, эти долбоебы его не умудрились попасть нормально. В дымах вроде, да? На моей да, в дымах, в дымах. Южнее 25 метров. На КВ сменить срочно. Пуск. По мне это пуск, мне нормально все. Сдвиг, сдвиг, быстро сдвиг, быстро сдвиг. Да, я смотрю тебя. Короче. Где, вы, где у вас ЗУшка с Моррисом отработана? Моя метка синяя, я точно. Понимаю, я понимаю, ребят. Зеленка, зеленка. А, блядь, на камнях у тебя, Серпов, сверху, над тобой. 600 метров от меня. Я понял, давай, Серпов. Одного убрал. Фальтер, только меня не убей, я тут. Серпов, а ты увидишь, если они ко мне пойдут? Да. Хорошо. Гарантии не могу давать, что я тебя не убью. Ну давай, я попробую спрятать. Да, я говорю, я сразу забей. Попаду, не попаду. Второго убил. Пусть Шайтан пока развлекается. Ну давай, хорошо. По мне, сзади, свикер. ЗУшка. Ранили. Снизу меня. Шайтан снизу. Не могу, не могу, у меня ЗУшка кроет. Файтер, работай южнее этой высоты. Погоди, ЗУшка откуда-то взялась? ЗУшка там, где было... У края карты. Только дальше. Понял, Файтер? Ага, вижу это говно. Далеко очень. 1750, но я попробую. Короче, я спрятался, но меня давят. А, не, я же не достану, ёпту, у меня же, блядь, 1500. Рейкер, ты живой? Да. Ты должен их видеть. Я западную часть вижу твою, но дальше ничего не вижу. Я что-то шугнул. Минус походу. Да, давайте резерв. Подожди. Давайте на резерв. Блять, солнце прям в глаза. Ничего не вижу. Пока держим, вроде нормально тут. С другой стороны.
Сейчас тут они еще за один склон должны к нам как бы переваливаться. Тут встретим, потом можем еще спуститься. Так, Рокер, я к себе перекатил его, чтобы, если что, край карты накрыть перебегающий. Шайтан, ты что наблюдаешь? Куда мне наблюдать пойти? Я запад смотрю от своей метки, запад. Вот это северо-запад, я видел? Нет, не видел вообще. Спасибо, запад. Он твоим видит, там просто оттуда реально снайпер работал. Туда не высунуться. Окей, ну за ушку я подавил, ну расхерачил его. Да, за ушко горит. Там Триган еще живет? Кто знает, это? Вейкер? Походу все Вейкер. Да. Вот с той же позиции, о которой я говорил. Убили? Да, походу. Да, да. Он так замолчал после выстрела хрен. Ну, может быть, ты съездишь за Мэтом, потом мы едем туда, да, на штаб. Попробуем. Мэт один не дойдет никогда в жизни. Ну, может, смысл доехать, просто тут останусь. Там нет, там только начинается за она скоро разогорится просто. Я прям перед тобой. Стой. Let's go. ДВ-4. Семерка по кому? По вам? Да. Кажется, у меня на горе, значит, пехота уже. Подам! Нормально. Файтер! Давай. Я прям на актуальный. И движку тоже. Надо удержать штаб, чтобы они не смогли коды украсть. Украдут коды, ну мы играли эту миссию уже. И они допустят. Талиб у меня. Пицца. Минус. Семеркой был чел. Вот, это тот, который по нам работал. Понял. Да похер, поехали в штаб. Нельзя просрать миссию. Столько потеем тут. Вы где встали? Я рядом с тобой тут, с другой стороны скалы. Файтер. Я на актуальной. Все, погнали. Там звушек, там пиздец, нам надо будет сейчас очень быстро спускаться. Мы у тебя. Сатан, прыгай за М2. Ну нахер. Хотя давай. Мне что-то не пошло, может тебя зайти. Ой, мы же вообще не едем, но все равно встречи. Я не знаю. У нас двигатели красные, а вот. Ну тогда не врезайся ни во что. По возможности. Ты сообщил, что мы тут на сломанном хаммере едем, да, типа? Да, да. Хоть ногой хоть выбей стекло, блин. Как падение черного ястреба. Магазины пока перепаковать, блин. Файтер, давай, наверное, тормози тут где-то, что ли, блин. Пойдем мы. Как-то так, может быть. У тебя GPS есть? Да. Так, тут союзники рядом. Там еще УАЗик. ССПГ, кстати, ползает за УАЗиком с ССПГ. От нас на 280. Далеко? Прям на горе стоит, на лысой. Файтер.
На метке как раз вот. Метка RAF SPG. Так, бетер там же стоит. Это не он стрелял. Блин, там талиба вижу. На базе на 200. Под стенами лазит. По тебе? По нам. Жив? Мэтт? Раз. Проверка. Проверка. 31-й, живые парни? Меня слышно? Это Шайтан говорит, сейчас дам на себя актуальную метку. Там у вас нормально все в триггере? Дам метку, сейчас посмотри, метку спрошу. Повтори по триггеру. Харт, меня слышно, Харт? Да, слышно, слышно. У вас там жопа, да? А, у нас, смотри, юго-запад, бункер, противника очень много. На юге тоже противника много. Отделение маленькое на востоке. Лучше двигай на юг, помогай нам с юга. Понял, хорошо. Ушел тосковый, помогаю. Да.
блядь, там потери очень большие. Я только что просто с КСом поговорил. Я, короче, это КС, что я попробую сейчас бункер зайти, сесть там где-нибудь. Если выживу, то буду передавать инфу. Я сейчас по взлетке буду, короче, кататься искать, может, кого-нибудь бахнуть. Миссия закончилась с нашей победой. Отличный способ следить за информацией на канале — это вступить в группу ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании под видео.